самый мелкий океан? Знать бы еще все океаны, которые есть. Ну-ка, все океаны, лубани нам. Давай. Блесни. Так, Средиземный. Обожаю его. Есть такой, да? Во рту очень пересушило. Здравствуйте, меня зовут Евгений Ширяев, и это очень веселая и развлекательная передача, которая называется... Я не помню. Которая называется «Вопросы за бабосы». А также «Кто умнее» или еще какое-нибудь название. «Кто глупее». Рядом со мной стоит... Костя. Константин Игоревич. Дмитриевич. Константин Дмитриевич. И мы будем начинать нашу очень веселую передачу. Источник звука, служащего эталоном чистоты звука при настройке музыкальных инструментов и в пении. Не знаю. Ну, сейчас что-нибудь придумаю. Синтезатор, не знаю. У вас еще есть 40 минут, чтобы подумать. А, мы тут до вечера. Не знаю, мелофон. Что-то. Осталось 15 минут. Что-то там такое. Я не помню. Я ксилофон, мелофон. Какое было слово до этого? Ксилофон, мелофон. Ксилофон или ксенофон? Ну, как что-то такое. Нет. Дорогие зрители, если вы знаете ответ, пишите его в комментариях. Если вы не знаете ответ, то не пишите его в комментариях, а напишите слово «волосы». Так, на чем остановились? На неправильном ответе. На источнике звука. Настраивают звук чем? Вот этой фигней. Бунь-бунь-бунь. Бяу-бяу-бяу. Вот это вот. Да, это я не помню, как она называется. На буковку К. Вот это я уже понял. Буковка это... А, буковка М. Камертон. Аллилуйя. Ну, получается, что ты ответил или нет? Нет. Мы же честные. Это честная программа. За каждый правильный ответ я даю тебе 100 рублей. Я понимаю, но будем честны. То есть, по-честному, это... Ну, это ты мне подсказал. Подсказал. Полташка. Ну, я же подсказал первые три буквы. Ну, давай. Но у тебя сотки будет сдача? Сотки будет сдача? Нет. Ну, тогда это был неправильный ответ. Кто писал про Василия Теркина? Теркин. Это была автобиография? Надеюсь, да. Но я знаю точно, что... А я не знаю, на самом деле, точно. Я знаю, что есть вроде писатель такой, Теркин. Но это произведение? Произведение я не знаю. Или, возможно, это произведение я путаю. Сколько вам лет, Константин? 26. 26 годиков. А мне 35. У вас было больше возможностей узнать, кто такой Теркин. Дорогие зрители, если вы знаете правильный ответ, пишите его. Но Константин не знает правильный ответ. И он... Каюсь. Кается. Оказывается, Василия Теркина написал Твардовский. А, я не знаю, кто это. Нормально? Да. Пускай пишут все в комментариях. Если вы считаете, что передача говно, тоже пишите это в комментариях. Приветствуются все комментарии, все лайки и дизлайки. Какими строками начинается поэма Пушкина «Руслан и Людмила»? Жили-были. День чудесный. Стояла ты там туда-сюда. Да, жили-были дед да баба. Я помогу тебе. Давай с тобой вспомним просто стихи Пушкина. И может быть это будет именно это стихотворение, поэма Пушкина. У лукоморья дуб зеленый, золотые... И это правильный ответ! 100 рублей у тебя уже в копилке. Опа. Что ты будешь делать с этими бабосами? Несгораемая уже сотка есть. Ага. Что, не знаю, оплачу метро до дома. Линия
кажущегося соприкосновения неба и земной или водной поверхности? Горизонт? Дорогие зрители, если вы считаете, что так же, пишите так же. Если вы не считаете, то не считайте. А я сейчас скажу правильный ответ. Горизонт! И такая музыка. Какая-нибудь музыка точно будет играть. Все видео монтирую я, а также создаю их с нуля для кого угодно, зачем угодно, почему угодно. Сейчас я даже делаю видосы специально для одного очень известного стоматолога. Вы можете также поискать в описании новый канал, который веду я. Но там стоматологи, все серьезно. Представляете, я им и монтирую, и снимаю, все делаю. В описании есть сайт, где я там свадьбы веду и всякие другие дела делаю, понимаете? Аккуратнее, мадам. Чуть не шибла камера, компашка. Так что, ребята, все в описании, вся хрень есть. Надо что-нибудь прорекламировать твое? Нет, у меня ничего нет. А стендап? Кто еще со мной стендап не смотрел? Мой первый стендап. В описании тоже есть все эти ссылки вонючки со второго канала, потому что на втором канале влог гребаный. А еще телеграм я веду. Я кайлом машу постоянно. Мне в туалет посрать сходить некогда. Все в описании есть. На чем мы остановились? На горизонте. Самый мелкий океан. Знать бы еще все океаны, которые есть. Да их немного всего там. Я знаю только... Ну-ка, все океаны, лубани нам. Давай. Блесни. Тихий. Мой любимый. Мой тоже. Так, Средиземный. Обожаю его. Есть такой, да? Который парит вдоль... Кельтского полуострова по так. Пражской дуге. Еще какой-то океан нужно назвать. Ну, Красный океан еще. Я моря, да, пока что называл. Это Тихое море. Я правильно понимаю, что это волосы? Это волосы, да. Это волосы. Если вы знаете ответ, пишите его. Если не знаете, пишите слово «волосы». А я сейчас скажу правильный ответ. Да я знаю наизусть. Север ледовитый. Денежная единица Японии. Вот это знаешь. Юань. Нет, нет, юань — это Китай. Китай? Китай. Чайна? Да. Ты немножко похож на китайца. Только черного. Японская какая валюта у них? Дорогие друзья, если вы пишите, то пишите. Если вы знаете, то знаете. Все. Давай знаете. Я перечислю те, которые знаю. Рубль, доллар, евро, тенге, гривны. Давай перечисляй то, что похоже туда. Что может быть похоже? Так, 200 рублей, короче, тебе даю. И все, и хватит. Иень. Янь. Йень. 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 Это пока привет кому-нибудь передай. Да. Ничего себе, я не наверное, знал. Наверное. И то, наверное. Дорогие друзья, если вдруг какие-то ошибки вы увидели, где... Это не моя вина. Меня подставили, когда я набрал в Яндексе вопросы викторина с ответами. Это вот какая-то хрень, третья была по списку. К ним все предъявы, понимаете? К ним. Я здесь вообще ни при чем. Мама, если ты меня видишь, значит, ты точно... Может быть, уверена, что я все-таки в Санкт-Петербурге? Я подготовился. Наснимал соток сегодня. Знал, что ни хрена никто не ответит. Пожалуйста. Продолжай там. Мама туда-сюда. Да. Значит, если ты меня здесь видишь, значит, ты можешь быть полностью уверена, что я все-таки в Санкт-Петербурге, а не где-то еще. Передаю тебе привет. Люблю, целую, обнимаю. Все. Спасибо за сына, очень приятный человек, от Душинский, что поснимался в этой передаче. Порой очень сложно найти участников, все стесняются, боятся, живут в своем мире, не хотят из него вылезать, но ты молодец. Ну как поется в песне, не надо стесняться. Не надо стесняться, немножко подвигаемся под эти неплохие за 200 рублей и очень душевные.
это было лишнее. Значит, дорогие друзья, до свидания. Напоминаю, что в описании все те видосы, которые вы должны посмотреть, то, что создает вот этот человек с волосами, между прочим, кичка, и есть бороденка. Всем до свидания. Всего доброго. Пуэрто Марта, Тересита. Обязательно мир этому миру. Ну, все вы знаете, что я пацифист. Я тоже. Осязанием того всего. Всем респект, уважуха, до свидания. Пока. Фу, все. Слава Богу.